Отже, карантин. Чим зайняти вдома свою дитину? А позаймайтеся з нею логікою. Як саме це здійснити правильно, наші поради. Для цього ми запросили експерта до нашої студії. Це Світлана Денисенко, викладач школи майбутнього гуртківця предмету «Логіка» Палацу творчості учня. Доброго ранку, Світлана Юрівна. Доброго утра. Чому логіка? Яка мета розвитку у дитини елементарних логічних і математичних здібностей? Ну, діло в тому, що і педагогами, і родителями звісно тот факт, що математика і логіка – це мощний фактор інтелектуального розвитку дитини, да? Розвитку його творчого мислення, розвитку його творчого воображення, розвитку познавательних інтересів і взагалі розвитку інтелектуального його процесу. Математика має унікальний ефект, потому что она развивает хорошо память, она развивает хорошо воображение, мышление, даже речь развивает тоже математика, потому что мы учим их отвечать на вопросы, мы учим их сравнивать, сопоставлять. Психологами было доказано, что возраст, дошкольный возраст, 5-7 лет, очень прекрасный для развития именно логического мышления. И если родители думают, что у ребенка не развито логическое мышление, ну не развито, и значит он будет гуманитарием, допустим, хотя в гуманитарных науках тоже необходимо логическое мышление, то они, родители, ошибаются, потому что логическое мышление можно развивать и нужно развивать. И вот на наших... С 5-7 лет. А в принципе, даже если этим и занимаются родители дома раньше, то это еще лучше. А в якій же формі слід займатися з малюками, з дітлахами, з дошкільнятами і молодшими школяриками, саме математикою і логікою? Тільки в ігровій. Тільки в ігровій, тому що діти в ігрі познають світ. И мы на наших уроках, на уроках математики, логики, мы тоже это все преподносим в игровой форме. Ну, я могу вам рассказать немножко элементы нашего урока, да, как мы учим каким-то элементарным математическим основам, азам каким-то математики и логического мышления на наших занятиях. А давайте подивимося фрагмент уроку, а потом проанализируем. Давайте. Отже, як малюків навчити логіці и основам математики? Ну, во-первых, наш урок рассчитан на то, что мы всегда начинаем с математической разминки, да? У нас обязательно есть наш помощник, это мячик. И мы с мячиком настраиваемся на математику, да? Мы считаем, дети уже в этом возрасте у нас умеют считать в прямом, обратном порядке. Они знают, что такое прямой счет, они знают, что такое обратный счет. И вы видели фрагмент, когда дети учились считать, что такое, мы учили, что такое четные числа, да, и нечетные. И как же в игровой форме можно дома научить ребенка считать двойками, например, давайте в пределах 10.
Запомнить это очень сложно, да, дети первые два числа, допустим, помнят 2-4, а дальше они начинают путаться, они сразу начинают искать в своей памяти эти числа, но это сложно. Поэтому просто мы с ними играем в прятки, с нашими числами мы играем в прятки. Детки все умеют читать от 1 до 10. И первое число мы всегда называем тихо, шепотом. Следующее число – громко. Опять следующее число – от нас прячется, и мы называем его тихо. И так по очереди до 10. И что у нас получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. А потом мы с ними вырабатываем технически так, чтобы я не слышала, как они шепчут эти, да, тихо называют эти числа. И они называют, просто считая в уме, они их называют только вслух те, которые нам необходимы. Малята дуже люблять гратися в схованки, а тепер да. Схованки граються із цифрами. Да, да. Я сегодня тоже на передачу принесла, вот вы видели, они играли с нашими циферками. Вот этот набор цифр есть у каждого ребенка. И с этим набором цифр мы делаем абсолютно много интересных разных приемов и форм. Ну, вы видели, они выкладывали в прямом обратном порядке. И, вот, например, обучая счету двойками до 20 или, допустим, до 10, мы эти циферки, я их прошу, перед ними набор цифр, да, они в разброс, они разбросаны на их рабочем столе, я прошу их разложить на две части. В первую часть мы выкладываем цифры, которые мы говорим шепотом, а во вторую часть мы выкладываем цифры, которые мы говорим громко вслух. И у них получается часть четных и часть нечетных. И потом мы эти цифры выкладываем перед своими глазками. Обязательно я им напоминаю, что мы читаем, пишем и выкладываем цифры слева направо. Таким образом мы с детками закрепляем понятие право, закрепляем понятие лево. Також навчаються і цифри повторюють, і ще і логічно, конечно, і тут же срабатывают логічні какие-то операції, которые необходимы в дальнейшем, потому что не секрет, что если человек умеет логически пытается анализировать, сопоставлять, сравнивать, то, конечно, ему будет легче в дальнейшем и обучении, и в школе, и в дальнейшем в жизни, потому что языки иностранные – это тоже где-то умение логически мыслить. Справді, робота з цифрами, які складності, які тут прийоми можна використовувати? Ну, смотрите, да, значит, во-первых, очень часто діти все люблять щупать, да, все люблять трогать, они все люблять, то есть рассказывать им, а ты там представь себе, это очень сложно, поэтому обязательно у нас на уроках и родителям я рекомендую, конечно же, картинки, разные картинки, тем более сейчас, на сегодняшний день, с интернетом, с компьютерами этих проблем не этих проблем нет. Поэтому чаще всего и практически на каждом уроке я использую компьютер и я использую презентации, где детки, смотря на экран, работая с цифрами, учатся. Прошу. Пожалуйста, да, я вам сейчас покажу. Значит, у нас есть такая игра «Внимательные глазки», «Уважні оченята». Игру можно гратися и в дом. Можно, можно, можно найти разные картинки. Например, вот первая картинка, которую мы сейчас увидим. На этой картинке изображены у нас человечки. Нет, мордашки. Есть мордашки. У каждой мордашки есть своя циферка, да? Какой-то номер у этой мордашки. И внимательные глазки должны посмотреть, найти, под каким номером мордашка отличается от остальных и поднять этот номер. Они поднимают, допустим, да, можно там найти циферку 4. Детки поднимают эту циферку. И самое главное... Так, да. И самое главное вопрос, почему? То, что это она сделала правильно, молодец. Но ведь главное же еще ответить, почему, проанализовать. Звичайно, потому что это... Конечно, конечно. Почему под номером 4? И ребенок отвечает, потому что все остальные улыбаются, а она грустит. То есть и это опять-таки развитие речи, развитие мышления, умение анализировать, обязательно и сопоставлять. Следующая картинка тоже такого же плана, когда нужно найти... Тоже лишнее и поднять правильный ответ. Поднимите цифру, под каким номером
Домик лишний. Опять-таки вопрос, почему? Это обязательно. Наше питание, да. Не только в дитинстве, а и в дорослом. Обязательно. Все, понимаете, мы очень общаемся с нашими родителями. Да? Вот после каждого урока обязательно я выхожу и рассказываю, что мы сегодня делали на уроке, на что обратить дома внимание. Домашнее задание мы не сдаем. У нас нет такого, что выйти, сказать домашнее задание, чтобы дети... Но мы им рассказываем, что нужно делать, и в игровой форме, как это закрепить дома. И вот родители это дома с ними и повторяют. Вот такой же самый вам, пожалуйста, пример, под каким номером картинка лишняя и почему. Ось тут, мне кажется, можно дома використовувати підручний матеріал, головне мати Конечно. Цифри, посадити всіх ляльок однакову позу, а іншу якось вибрати іншу ляльку Конечно. Або в іншу позу. Либо мы посадили, например, все кукол, а одного посадили мягкого мишку. Какая игрушка лишняя и почему? Потому что, допустим, эта кукла, они похожи на человечка, у них есть ручки, у них есть ножки, они вот. А это мягкая игрушка, потому что она сделана немножко, может быть, и даже из другого материала. Можно брать посудку, разные предметы. Абсолютно все. Абсолютно. Все. И вот так граючись, пізнавати життя. Конечно. И навчати дитину. А это совсем інша картинка. Да, это немножко уже усложненный вариант. Это здесь надо по цвету карандашика работать с цифрами. Например, мы учим на наших занятиях, что такое последующее и предыдущее число. Числа соседи, да, последующее, попереднее число, числа сусиди. И необходимо, уже работая с цветовой гаммой, смотреть и анализировать и сопоставлять цифры. Например, подними, пожалуйста, последующий цифру, которая следует за желтым карандашиком. Подними последующую цифру за голубым карандашиком. То есть дети... Скажите, пожалуйста, какие тут приемы, что тут развивается? Конечно, умение наблюдать, умение анализировать, сопоставлять. Потому что нужно сопоставить, что голубой карандашик идет под цифрой 5, а после цифры 5 идет цифра 6, а за голубым карандашиком идет желтый карандаш, который соответствует цифре 6. То есть это то же самое логическое мышление, то же самое логическое воображение и восприятие. Дякую. Какие еще вы порадите засоби, які можна використовувати вдома батькам, бабусям, дідусям, старшим братикам, сестричкам, якісь цікаві і розвиваючі ігри. У нас є математичний тренажер, да? Который це математичний? Дети... Да. Которые дети очень любят. Когда они с ним знакомятся, они потом не хотят уходить с уроков, они хотят в дальнейшем с ним еще дальше работать. И это называется математический планшет. Дети все знают, что такое электронный планшет, а мы их знакомим с математическим планшетом. Это деревянная дощечка, на которой мы можем рисовать, выкладывать фигурки, используя обыкновенные канцелярские резиночки. Ну, такую штуку можно заработать и дома. Конечно, правда? Я когда родители сразу, где можно приобрести? Конечно, очень много нам дает магазин «Знайка», где для умных детей, которые любят, хотят и любят учиться, мы можем приобретать разные вещи, но лучше всего, конечно, это сделать дома. Обыкновенная берется, конечно, берется обыкновенная дощечка. Покупаются кнопочки, которые кнопки-гвоздики, берется молоточек и аккуратненько вбиваются в дощечки вот такие кнопочки. Покупаются канцелярские резинки, и, пожалуйста, у вас готов математический планшет, который будет помогать им развивать мелкую моторику руки, образное мышление, творчество. А если это девчонка, то в ней обов'язково есть какие-то такие заколочки, резиночки для волос, и можно их также использовать, будет еще интереснее. Можно, конечно, можно, все можно. То есть самое главное, вы знаете, в развитии ребенка не обязательно бежать куда-то, что-то покупать, тратить большие деньги. А это все можно сделать дома, используя подручные средства. Даже элементарные цифры, которые можно написать, взять обыкновенный альбомный листик, нарисовать эти циферки, и, пожалуйста, ребенок уже готов с ними работать. Можно, чтобы дитина сама написала. И такое можно, да. Дело в том, что доказано, что чем ребенок... Вы знаете, что придя в первый класс, в начальную школу, у ребенка очень большие нагрузки. И ни палочки, ни крючочки уже никто не пишет, они сразу же пытаются писать каллиграфически. Так вот, если ребенок хорошо умеет разукрашивать, рисовать, во всяком случае пытается, то у него в дальнейшем с письмом не должно быть проблем.
Вот. Ну и возвращаясь к нашему планшету. Так, мабуть, підтверджують батьки. Да. Ті, які вже подолали ось цей перший рубіж першого класу, угу. цю межу, і вже стикнулися з іншими більш дорослими проблемами. Але все ж таки. Повернемось до математичного угу. планшету. Итак, что с ним можно работать? С ним можно выкладывать, рисовать абсолютно разные цифры. Допустим, дети, мы изучаем однозначные и двухзначные числа. Да, чем отличается однозначное число, чем отличается двухзначное число. И вот у детей на уроке есть планшет, и я, например, прошу, внимание, мальчики сейчас рисуют, с помощью резиночек выкладывают любое однозначное число, какое им бы... Включайте свое воображение, как бы вы представили себе эту циферку, выкладываем цифру, а девочки, например, двухзначные числа. Потом мы с ними меняемся. И, например, как элементарно можно сделать, я вот сейчас покажу на самых элементарных примерах, циферка 1. Потом они, поверьте, у детей так работает воображение, что они, иногда бывает, что и взрослый не додумается сделать такую форму или такой интересный рисунок, как это сделает ребенок. Например, мы можем выкладывать разные буквы. У нас есть красивая буковка А. Тоже детки учатся, они фантазируют. Я же говорю, вот это все мелкое. Для кого не секрет, что на пальчиках у нас нервное окончание, которое отвечает именно за развитие нашего, за развитие умственных способностей, да, за развитие речи. И чем чаще, и чем раньше родитель даст ребенку мелкие предметы в руки, тем лучше у ребенка будет развита речь. Это уже доказано. Слушайте, это очень крутая штука. Она очень интересна. Вы знаете, настолько интересна, что вы даже взрослые любят иногда в них поиграть. Вот могу показать еще один такой элемент. У нас есть, например, давайте обозначим, что это буква Х. Пусть будет так. Вот как вы думаете, что из вот этого элемента мы можем сделать? Какую еще интересную фигуру или какое-то интересное, может быть, животное, или, может быть, это будет... Ну, мені здається, тут можна геометричні фігури вивчати. Або метелика, да. можна щось уявляти, будь-яке завдання. Смотрите, діти можуть зробити цвіточок. Чим ще хорош этот тренажер? Во-первых, поставити завдання зробити да. якомога більшу кількість. Да. Да, да, придумать, как из этого элемента можно сделать, сколько можно абсолютно разных других элементов. Этому, а может можно быть еще... Можно геометричные фигуры, можно. И даже остается час, можно годинник выкласти. Можно, все можно, а можно еще сделать такой, вот смотрите, это, например, мельница, да, мы можем даже сделать ее по-другому, чуть-чуть расширить, вот она, или мельница, можно или вертушка. С этим планшетом провести. Вот задание у нас на уроке, например. Повтори, сделай то же самое по образцу. Ребенок делает, но чаще всего ребенок делает так, как он считает нужным. Это неправильно, потому что мы пытаемся повторить за учителем то, что необходимо. Это, знаете, это мы готовим детей к тому, что когда вот есть зрительные диктанты, или, например, диктант с доски, или не диктант, а контрольное списывание. Вот. Когда дети на доске видят, например, там какой-то текст, и им необходимо в тетрадку потом этот текст перенести. Как быть внимательным? Вот с таких вот элементарных начальных азов мы и воспитываем у детей внимание. То есть сделай так, как у меня. Вы знаете, мне кажется, только этому планшету можно присвятить целую разговор в нашем эфире. Наверное. Мабуть, так и треба зробити по кожному технічному засобу, так можна говорити окремо. Тож ми не будемо зараз розпилятися. Розкривати всі секрети і тайни. Розкривати всі таємниці і секрети. Краще зустрінемося ще раз.